армейский дирижабль весьма внушительных размеров, который почему-то сорвался с места своего крепления в Мэриленде и поднялся на высоту порядка 5000 метров. Звучит забавно, но военные отнеслись к случившемуся очень серьезно. Дирижабль сопровождали два боевых самолета на случай, если бы его пришлось сбить. В конце концов, Цепелин оказался на земле, упал сам или все-таки постарались пилоты истребители, пока не ясно. Кстати, из-за висящих тросов, которые цеплялись за линию электропередачи, тысячи человек остались без света.